место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда… Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда… Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда… Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда… Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда… Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда… Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда… Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда… Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе. И... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда… Казимир. Опасная атака могла быть, если бы не перехват.
А вот нападение-то подобралось достаточно любопытно. Что скажешь, Константин, как они сыграют? Да, они всегда на острие атаки и умеют очень здорово завершать любые комбинации. Интересная дуэль будет, я в этом не сомневаюсь. Ливерпуль. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня, выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе и... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда... Место, где сегодня все дышит футболом, даже по Ливерпулю. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня, выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе и... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда... Казимир. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. А вот нападение-то подобралось достаточно любопытно. Что скажешь, Константин, как они сыграют? Да, они всегда на острие атаки и умеют очень здорово завершать любые комбинации. Интересная дуэль будет, я в этом не сомневаюсь. Ливерпуль. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня, выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе и... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда... Место, где сегодня все дышит футболом, даже по... Ливерпуль. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня, выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе и... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда... Место, где сегодня все дышит футболом, даже по... Ливерпуль. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня, выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе и... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда... Ливерпуль. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня, выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе и... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда... Место, где сегодня все дышит футболом, даже по... Ливерпуль. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня, выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе и... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда... Место, где сегодня все дышит футболом, даже по... Ливерпуль. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня, выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе и... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда... Ливерпуль. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня, выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе и... Реал начинает игру в таком составе. Есть такое понятие «ложная девятка». Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка – это когда...